И мы начинаем себя сравнивать. То есть с высокими мы, ну, с людьми, у которых там все есть, нам кажется, что это олигархи, да? Мы их называем олигархами. Но на самом-то деле олигархи — это там миллионы, а это люди вроде не миллионы, но в то же время все есть, их полно. Это что, все олигархи на улице? Вы выйдете на Крещатик. Все ездят на дорогих машинах. Все ездят на дорогих. Я на своем Лексусе себя на Крещатике чувствую на Таврии. Вот правда, потому что вот так вот они все стоят. Вот ты вот едешь, и они везде, 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 везде. Да Бентли сейчас, посмотрите, по центру пройдитесь. Я прям спотыкаюсь возле офиса. Выхожу, у меня тут Бентли припаркованного, жаль, не моя. Вот, а дальше иду, опять Бентли. Это машина от 250 тысяч евро. Этого много. Ну много, ну ладно, там на массивах поменьше, но этого много. Это о чем говорит? И что, все воруют, все крадут, все убивают, да? Ну не так же, все зарабатывают. Полным-полно молодых мальчиков. Да, родители, да полным-полно, у кого нет родителей, которые им что-то дали. Сами мальчики замутили и сделали. Отличает всех этих людей, да, вот одних и вторых, только вот, вот эта вот штука, кнопка вот тут. Понимаете? Люди одни считают, что зарабатывать деньги – это очень страшно, долго, невозможно, тяжело. И у них так это и происходит. А другие считают, что это нормально, а что там зарабатывать? Идут и зарабатывают. В своей голове прежде всего. Пока вы эту кнопку у себя не нащупаете, вот сейчас возьмите и отключите. Не начинайте, понимаете, вот, приходя куда-либо, все хотят найти волшебную таблетку, съесть ее, да, и чтобы вот точно так же все случилось. Но поймите, что изначально все ваши первые мысли и все ваши действия, они начинаются вот отсюда. Если вы тут себе переключаете и думаете, да я могу, каким-то образом вы начинаете воспринимать информацию, она начинает к вам приходить правильно, и у вас начинает это получаться.